4 ноября 2014. Одесса, угол Дерибасовской и Преображенской. Анонсированный русский марш или Екатерининский. Соборная площадь, место сбора. Вход на Дерибасовскую заблокирован автобусами. Одесса опять бурлит, опять кипит. Опять кому-то очень хочется сделать очередную провокацию. Пройдем поближе. Да, кому-то еще не имется. Мало крови пролито, кому-то кажется. Мало людей погибло. Вечерний звон. У каждого свои проблемы. Пророссийские активисты, собственно, не пришли. Было несколько человек, которые придерживаются России. Они высказывали свое мнение. Но милиция попросила их удалиться. Их не задерживали, просто попросили удалиться людей с площади. Основная масса – это, в принципе, милиция, которая взяла всю площадь в оцепление. Кто вот эти люди, вот эти шапки? Покажите, вот эти, кто это люди? Хорошо, подойдите у людей, спросите, кто они. До свидания. Давай еще раз. Блин. С человеком в шапке. Ну тут тоже такое. Денег нет. Ком снимаешь. Денег нет. А то поедешь? Как ты пишешь? Дедушка, вам помочь? Идите там кого-то поснимайте. Я сам объект ищу. Что? Я сам знаю, кого снимать. Ну так меня снимать не надо, вы же не корреспондент. Как? Откуда вы знаете? Ну, мне похоже. У меня корень, ну и что? Идите вот посмотрите. Не похоже на кого? Вот вы, ребята хотя. Вы не знаете, что такое стендап, как он пишется? Знаю. Вот и все. Вы же корреспондент. У меня пол лимона просмотров, так что... Я очень рад за ваши просмотры, я тебе страдаю. Ну да, вот только детей не хватало в это вовлекать. Раз они вовлечены уже, ведь не нами.
Интересно, что они скажут? Да. Я таки представлю, что меня зовут Иван, мне 10 лет, я сюда пришел, чтобы Украину захистити. Давай, з самого начала. Я сюди прийшов для того, Извините. Ще раз. Я сюди прийшов. Можна камеру вкрати? Я сюди прийшов, щоб Україну захистити. Щоб не було війни. Это Тома. Моя моя. Вона захищає. У мене є ще вдома блоники зі своїми. Хорошо, розкажи нам ти о себе, як тебе зовут? Мене звати Сергій. Можна камеру не сунути? 10 років. Ми нас зібрати? Я не поняла. Ми прийшли. Скажи, будь ласка, як ти будеш захищати такий маленький? Як ти будеш захищати свою країну? А что такое желтый, черно-белый флаг? Это мы будем бить москвичей. Скажи, будь ласка, хлопці, а знаєте якийсь патріотичний вірш? Чи, може, пам'ятаєте гімн України? Ну, взагалі, щось патріотичне знаєте, якщо ви так налаштовані? Гімн України. А давайте трошки заспівайте нам, буквально кілька. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Чинем браття українці, ні слава, ні воля. Молодці, спасибо вам, ребят. Так. На толпу я тебя снимаю. А где же Юра?